Сегодня мы будем говорить о вещах, которые очень важны не только для HR, не только для HR-менеджеров, но и для любого руководителя, у которого есть подчиненные. И, конечно же, для собственников компании или руководителей организации, чтобы они понимали, чем должен заниматься HR, для чего он нужен и какую пользу он может принести организации. Перед вами схема прохождения курса по кадровому менеджменту нашего центра. Она разделена на две части. В верхней части – курсы по оформлению трудовых отношений, в нижней части – курсы по управлению персоналом. То, о чем я сегодня буду говорить, скорее относится к управлению персоналом. То есть это такие курсы, как менеджер по персоналу первый, второй уровень, менеджер по обучению и развитию персонала, практический курс по подбору персонала и так далее. Документы об окончании, которые получают наши выпускники. Это свидетельство о окончании курса, сертификат на английском языке, по желанию, извините, поторопились, удостоверение установленного образца для тех, кто прошел по направлению не менее 72 академических часов и дипломная работа. Вопросы, которые мы рассмотрим в течение нашего сегодняшнего семинара. Мы выясним, кто такие HR. Уточним, а что думают о своих HR собственники и руководители организации, как они их видят, чего они ожидают от HR. Мы обязательно рассмотрим вопрос о том, когда впервые появляется необходимость, потребность внести в штатное расписание новую должность HR. Каков портрет HR? Что он должен знать и уметь? В случае, если необходимо создать службу, HR-службу с нуля, то с чего нужно начинать? Функции, которые выполняет HR, это одно, а вот роли, которые он выполняет, это несколько иное. И мы также разберемся, что такое роли HR и какие конструктивные роли он выполняет. Очень интересный вопрос, который интересует абсолютно всех собственников и руководителей организации, а как узнать, что HR эффективен? То есть оценка HR, оценка его деятельности. Ну, это уже ближе к HR. Как стать настоящим HR? Что для этого нужно? И в конце я буду отвечать на вопросы. Наш вебинар рассчитан примерно на 1,5 часа. Около часа или чуть больше я дам вам эту информацию, а затем отвечу на все ваши интересующие вопросы. Кроме того, у нас в конце еще будет небольшой опрос. Мы посмотрим, насколько те знания, которые я вам дала, вы усвоили. Хочу начать с анекдота. Это старый анекдот с бородой, и все HR его знают. Сидит рекрутер, опытный рекрутер, просматривает резюме, и каждое десятое резюме удаляет. Подходит к нему стажер и спрашивает: «Что ты делаешь?» – в ужасе спрашивает он. На что тот ленивым голосом отвечает: «Не люблю неудачников». Ну, что я могу сказать? Насколько профессионально, непрофессионально в данном случае работает HR, это можно очень долго обсуждать. Вместе с тем, чтобы не быть самими неудачниками, нам надо, конечно, очень хорошо знать работу менеджера по персоналу. И первый вопрос, который мы задаем себе: кто же такие HR? Human Resources, именно так расшифровывается аббревиатура HR, в переводе с английского означает «человеческие ресурсы». Это понятие пришло из западного менеджмента, и сейчас мы таким образом обозначаем направление деятельности по управлению персоналом, кадровую службу, службу персонала и просто должность менеджера по персоналу, тоже называемый HR. Очень интересное исследование провел журнал HR-директор.ru. Вы можете записать исходные данные www.hr. директор.ру, посмотреть там эту информацию. Там целая статья есть, интересная, с комментариями. Но я бы хотела вам показать только инфографику с этой статьи. Если мы посмотрим на эту инфографику, то мы видим, что по версии этого сайта
В основном среди директоров по персоналу преобладают мужчины. И, собственно, опыта, у меня опыт несколько расходится с этими данными. Вот мне почему-то казалось, что больше женщин. Но, судя по всему, у них более достоверные сведения, потому что они статистику собирали. А при этом директор по персоналу, как вы видите, в основном с высшим образованием. Поэтому для того, чтобы вырасти директора по персоналу, конечно, как минимум надо иметь базовое высшее образование. Возраст директоров по персоналу, наибольшее количество, это от 40 до 50 лет, 45%. Есть старше, есть младше. Практически 3 четвертых части имеют водительские права. И обратите внимание на среднюю заработную плату. Возможно, это вам тоже будет интересно. Москва, Санкт-Петербург и Россия. Россия у нас выделена отдельно. Как бы Москва и Санкт-Петербург не входят в состав России, ну, опять же, по версии, да? Но данные действительно интересные. В Москве самая большая заработная плата в мире, в Питере чуть меньше, ну и в России еще меньше. Далее здесь перечислены основные функции директора по персоналу. Чем он занимается или что, какие направления он курирует. Кадровое дело производства, трудовое законодательство, методы анализа рынка труда, методы подбора персонала, методы оценки персонала, знание программ Microsoft Office и знание кадровых программ. Вот почему-то вот здесь программа зарплаты и кадры. Для, есть и другие программы, Бостер, Вайс, САП, Парус и так далее. Но я согласна с этой информацией, потому что 1С это, пожалуй, самая популярная, самая распространенная программа не только на территории Российской Федерации, но и в ближайшем зарубежье. Зарплата директора по персоналу в зависимости от опыта работы. Давайте посмотрим. Так, без опыта работы такая заработная плата, причем отдельно выделена Москва, Сибирь и по Российской Федерации. Опыт работы от года до 5 лет и более 5 лет. Вот такие зарплаты. И далее владение иностранным языком. К большому сожалению, мы видим, что большинство директоров по персоналу имеют базовый уровень или вообще не владеют иностранным языком. Это очень печально, потому что, на мой взгляд, знание очередного языка иностранного очень обогащает человека вообще, и менеджера по персоналу, директора по персоналу в том числе. Потому что мы работаем с людьми, понимание других людей, не только языковое понимание, но и менталитет и так далее. Это очень большой момент для директора по персоналу. Ну вот, мы посмотрели такую инфографику, такую группу. И мне бы хотелось, чтобы наш семинар-вебинар прошел Артем, под девизом, который для себя избрали менеджеры персонала Procter & Gamble, компании Procter & Gamble. Они говорят так. Мы не HR-ы, которые не знают, чем занимается бизнес. Мы бизнесмены, которые знают, чем занимается HR. То есть, на мой взгляд, это очень справедливый подход. В советское время у нас были в основном кадровые службы, отделы кадров, и отдельно выделенные люди, которые бы занимались только подбором или только оценкой, только мотивацией, их практически не было. Этот функционал был отдан другим подразделениям. Поэтому, когда наступили конец 90-х годов, новый менеджмент и начало 2000-х годов, мы вошли в это управление персоналом именно с тем багажом, который у нас был. И до сих пор мы встречаем отношения HR-ов. Вот тут просят отключить детей, пожалуйста, давайте я отключу детей ваших. А, кстати, да, вот кто-то уже, видимо, отключил детей, все должно быть очень хорошо. Угу. А теперь нам ничего не мешает? Спасибо. Угу. Спасибо вам. Так вот, вернусь к своей мысли. И сейчас среди многих HR-ов мы наблюдаем именно такую позицию, когда менеджер по персоналу или даже директор по персоналу приходит в организацию работать и спрашивает, давайте мне задание, вот что мне нужно делать. Ему рассказывают, и вот он что-то выполняет. Это очень низкий уровень развития, исполнительский уровень развития, потому что от нас, конечно, ждут инициативы, наши инициативы.
А для того, чтобы проявлять инициативу, надо очень хорошо знать бизнес. И действительно, не все равно, где работать, лишь бы работать, выполнять функции HR, потому что у каждой организации есть своя специфика. Поэтому взгляд на управление персоналом должен быть через призму бизнеса. Как помочь бизнесу? И мы переходим ко второму вопросу. А что же сам бизнес? То есть представители бизнеса, да, собственники, руководители организации думают об HR. Executive.ru сайт провел такой опрос. Оцените вашего HR. И был задан вопрос, довольны ли вы работой своего HR? Как вы думаете, большинство собственников и руководителей организации ответили положительно или отрицательно? Довольны они работой своего HR? Довольно оптимистично, говорят наши слушатели очень. А что думают вебинаристы? Как вы думаете? Нет, а вот вебинаристы, к сожалению, считают пессимистично. Павел пишет, что нет, недовольны они. Нет, конечно, пишет Анна, обратите внимание, конечно. Она очень уверена в том, что они довольны. Давайте посмотрим на эту выборку. Вот что получается. 39% большинство... красно выделено, недовольны работой HR. Зеленым трудно сказать однозначно. Я была права, радуется Анна. Да, конечно, была. Так, сейчас я просто чат проберу. И, наконец, довольны только 26%, то есть 1/4 часть. Как вы думаете, а с чем это связано? Этот вопрос тоже был задан. Что же не устраивает в работе HR? Не могут оценить работу HR и не видят ее, да? Угу. Какие еще могут быть варианты? Да, вы согласны со Светланой. Ну, может быть, нам вебинаристы что-то напишут. Ну, давайте посмотрим, что же действительно не устраивает по версии собственников. Ну, здесь достаточно мелко написано, я сейчас вам прочитаю. Вот этот самый высокий столбец. Нет внятной кадровой политики. И тут мы видим, что у нас существует столкновение, неправильное понимание того, как должна выстраиваться внятная кадровая политика. Конечно же, не HR разрабатывает кадровую политику, а кто? Самые собственники руководители организации. Это они. HR только является проводником этой политики. Он может помочь, но не более того. Далее, формальный подход. То, что мы называем для галочки. Что-то делают, да, но непонятно что. Квалификация HR тоже не устраивает. Не все HR, к большому сожалению, имеют нужный уровень знаний, умений, навыков, опыта. Оперативность работы HR на 4-м месте. Медленно работаем. Много ошибок при рекрутинге. Подбор персонала. Следующий вопрос. Кто принимает последнее решение, основное решение, окончательное решение при подборе персонала? Конечно, руководители решают. HR только предлагает какие-то кандидатуры, а руководитель принимает решение. Да, подходит, нет, не подходит. Вот видите, сейчас ответственность все-таки на HR перекладывают. Игнорирование внутренних кандидатов. То есть не работать с кадровым резервом. И качество оформления документов. Ну, это больше, наверное, к отделам кадров, да, кадровой службы. Даже есть собственники, которые все устраивают. Их немного. И мы переходим к следующему вопросу. Когда появляется потребность в HR? Ведь есть организации, в которых нет менеджеров по персоналу. И они как-то ведь существуют, да? Знают, какой персонал кто-то выполняет. Как вы думаете, когда уже нужно в штатное расписание вносить должность менеджера по персоналу, или рекрутер, или HR? Есть какие-нибудь мысли? Угу. Вот Светлана говорит, что когда штат персонала превышает 100 человек, тогда возникает необходимость в HR. Впервые, да? Есть другое мнение? Нет другого мнения. Все поддерживают Светлану. Но сначала, перед тем, как ответить, действительно так это или нет, нам нужно понять, каковы причины формирования HR-службы. Ну и сразу же рекомендацию руководителю службы дадим. В некоторых организациях это дань моде.
Руководить организацией. Да, Елена, добрый вечер. Вы тоже к нам подключились, замечательно. В некоторых организациях руководитель организации услышал, что у конкурентов или у партнеров есть HR, а это ведь так здорово, так модно. А давайте мы тоже возьмем HR. Ведь есть организация, вот Светлана сказала 100 человек, в общем-то я с ней соглашусь, но есть организация, у которых 20 человек и уже есть свой HR. Чем он занимается, ну тут трудно сказать, но, наверное, занимается чем-то. Так вот, если так получается, что в организации отношение к HR-службе и к HR-ам как дань моде, то здесь руководителю службы или самому HR, если он один, необходимо отстаивать статус своего подразделения или свой. И объяснять, что да, дань моде есть, но мы нужны. И показывайте это. Обязательно грамотно определять существующие проблемы, то есть анализировать, что происходит, и предлагать, как выйти из этой ситуации, предложение путей их решения. И, конечно же, если в ваших руках деньги, бюджет именно на вашу службу, на ваше направление, вам гораздо легче. Вам не нужно будет ходить, упрашивать, уговаривать, дайте деньги для размещения вакансий и так далее. Вторая причина – это первая помощь при решении проблем. Ну, например, когда возникает у проверяющих право провести плановую проверку у Государственной инспекции труда и у других. Кто знает, кто-нибудь? Через года. Когда приходит с плановой проверкой? Пожалуйста. А это не план, это как раз вне плана. Если по заявлению работника, то это вне плана. Вот, замечательно. А наши журналисты молодцы, они знают, Елена, Мария написали через 3 года. Так вот, когда через 3 года существования организации приходит первый проверяющий и начинает делать замечания, в первую очередь, конечно, по неправильному заполнению различных документов и ведению кадрового делового производства. Именно тогда вспоминают и говорят, а, все, первая помощь при решении проблем, нам надо срочно кадровика брать, который будет справляться с этими задачами. Так вот, если к вам относятся как именно к первой помощи, если что-то случилось, к вам обращаются, не случилось, вроде не замечают. В этом случае необходимо в любом случае, да, использовать возможности, принимать участие в совещаниях. Ну, если до топ-менеджеров не допускать, то хотя бы руководителей подразделений, потому что необходимо понимать, что происходит в организации, и доносить информацию до них. И отчитываться о результатах своей деятельности перед собственниками бизнеса. Постоянно показывать, что мы делаем и что мы не просто помогаем в каких-то критических ситуациях, мы постоянно нужны. И, наконец, третья причина – неотъемлемая часть компании. Вот такое отношение, на мой взгляд, оно самое-самое эффективное, когда руководители и собственники понимают, что мы нужны. Они просто дань моде или прибегают к нашей помощи. В этом случае есть такой принцип проактивности. Знаете, что это такое? Кто-нибудь знает, слышал про проактивность? Что это? Как вы себе понимаете проактивность? Больше, чем активность, на шаг впереди. Предвидение ситуации. На шаг впереди, предвидение ситуации, опережение вот этих вот проблем, да, и так далее. Профилактика. Вот, совершенно верно. Действовать в режиме опережения, работа на опережение, Светлана пишет. Абсолютно верно, мы с вами согласны. Противовес так называемой реактивной работе. То есть случилось – сделали, не случилось – не сделали. Когда деятельность сотрудника направлена именно на исправление возникающих проблем. Вот 3 причины возникновения службы. Теперь давайте посмотрим, как она возникает и каков алгоритм появления HR в организации. По вертикали у нас отложена численность персонала организации, по горизонтали состав и функции HR-службы. Когда организация небольшая, 10, 20, 30 человек, до 100 человек, то этими функциями, как правило, занимается руководитель организации, да? В основном он занимается подбором персонала, чтобы организация росла. Он самостоятельно проводит собеседование, отбирает кандидатов и так далее. Затем, когда организация уже выросла, бухгалтер пишет, да, Павел. Павел, спасибо, но вы имеете в виду, наверное, кадры отдела производства. Знаете, подбором? Ну, подбором бухгалтер вряд ли, я думаю. Но хотя, наверное, у вас есть опыт, когда бухгалтера занимаются подбором. Ну, как правило, если бухгалтер занимается подбором, только в свое подразделение. Так вот, когда организация уже от 50 и выше,
100, 120, 150 человек, возникает уже необходимость в первом менеджере по персоналу. Он, эта должность может по-разному называться. Менеджер по кадрам, инспектор по кадрам, начальник отдела кадров иногда называют и так далее. Не имеет значения. Факт тот, что у нас функцию подбора, как правило, перекладывают на этого человека и прибавляют, дают ему кадровое дело производства. Потому что до этого, как правило, оно ведется так. Иногда, редко, ну, может быть, трудовую книжку заполнить, да, там из приказа это не всегда получается. Да, да, да. Отрывочно кто-то там секретарь, офис-менеджер, бухгалтер и так далее. Когда в организации уже 500 и более работников, у нас возникает несколько работников по кадрам или специалистов по управлению персоналом, и они объединяются в структурное подразделение. Как правило, это структурное подразделение называют отдел кадров, либо отдел персонала, отдел по управлению персоналом. Предыдущие функции остаются, подбор персонала, кадровое дело производства, это все остается, естественно, прибавляются дополнительные функции, оценка и обучение персонала. Если до этого руководитель мог еще оценить всех работников, которые у него были, достать человек, он еще может это сделать, он еще всех лично знает, то затем количество работников выходит за возможность каждого персонально оценить, поэтому это передается соответствующему отделу. И начинаем обучать работников уже на постоянной основе, повышение квалификации, какие-то планы обучения делаем и так далее. Когда в организации тысячи и более человек, возникает несколько отделов, и они объединяются в службу управления персоналом. Как правило, это структурное подразделение называется служба. К функционалу перечисленному прибавляется корпоративная культура, то есть формирование корпоративной культуры и повышение эффективности ее. Мотивация, с точки зрения не только материальной мотивации, но и условно-материальной, нематериальной мотивации. Ваня, он тебя зовет. И развитие персонала. Когда в организации 3000 человек и более, то в этом случае структурное подразделение называется департамент управления персоналом, к которому прибавляется еще диагностика и реабилитация персонала. Диагностика – это постоянный кадровый учет и кадровый аудит персонала. Кто у нас имеется, как мы можем развиваться. Реабилитация персонала. У него. Если необходимо оказывать какую-то помощь, например, юридическую, психологическую поддержку. В департаментах по управлению персоналом уже есть такие должности, как психологи, коучи и так далее. Следующий вопрос. Что же должен знать и уметь менеджер по персоналу, HR, для того, чтобы быть эффективным? И вот тут мне бы хотелось вспомнить о том, что в последние годы многие говорят, и сейчас уже, слава богу, утверждены, профессиональные стандарты. Посмотреть их можно на официальном сайте Роструда по ссылке profstandart.rosmin.ru. Вот так выглядит их страничка, если вы зайдете, увидите заголовок «Профессиональные стандарты». И дальше по реестру вы можете выбрать тот профессиональный стандарт, который вас интересует. На сегодняшний день утверждены более 600 стандартов, и до конца года хотят утвердить до 800 стандартов, которые уже разработаны. Вот так выглядит реестр. И если вы внимательно посмотрите по алфавиту, все перечислены наименования профессионального стандарта. И вот здесь, видите, да, специалист по управлению персоналом. Вот нас будет интересовать именно этот стандарт. Поднимите руку, кто-нибудь уже видел, или напишите, кто-нибудь видел этот стандарт, изучал? Да? Видел? Больше никто не видел. Уважаемые вебинаристы, вот пишут нет, Елена нет, Светлана нет. Обратите внимание на экран, вот так выглядит профессиональный стандарт, 48 страниц.
Он утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 6 октября 2015 года, номер 691М. Профессиональный стандарт называется «Специалист по управлению персоналом». Содержание этого стандарта. Характеристика обобщенных трудовых функций. Посмотрите, чем занимается специалист по управлению персоналом. Это документационное обеспечение работы с персоналом, то, чем занимаются кадровики. Деятельность по обеспечению персонала, то есть подбор фактически. Деятельность по оценке аттестации персонала. Деятельность по развитию персонала, в том числе и обучению персонала. Деятельность по организации труда и оплаты персонала. Это то, чем занимаются экономический отдел у нас подчас и компенсации и бенефиты. И деятельность по организации корпоративной социальной политики. Операционное управление персоналом и подразделением организации. Это руководители уже, да, начальники подразделений. И стратегическое управление персоналом организации. Это HR-директор и HR-партнеры. Если мы посмотрим второй раздел, здесь указано описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт, функциональная карта вида профессиональной деятельности. Вот чем занимаются HR, это документационное обеспечение персоналом. И обратите внимание, уровень квалификации. Сейчас я объясню, что это такое. Тут объяснение, что входит в данную функцию. Вот деятельность по обеспечению персонала, уже шестой уровень квалификации. Деятельность по оценке персонала, деятельность по развитию персонала, по организации труда, тоже шестой уровень. И деятельность по организации корпоративной социальной политики также, да, конечно. Я просить не буду, я сама выключу, с вашего позволения. Уважаемые наши вебинаристы, большая просьба, чтобы не было шума и не мешать другим, выключайте микрофоны. Если вы не выключаете, тогда я имею такую возможность самостоятельно это сделать, с вашего позволения. Я надеюсь, что никто не обидится, потому что в эфире шум, это мешает, в том числе и запись. Поскольку идет запись вебинара, это, конечно, будет и в записи тоже слышно и неправильно. Итак, мы видим, что всего, всего в нашем стандарте специалист по управлению персоналом три уровня квалификации: пятый, шестой и седьмой. Что это означает? Также утверждены описания каждого уровня. Там же на этом же сайте можете посмотреть. Описание уровней. Смотрим. Нас интересует шестой, пятый, это самый низший уровень. Вот он, пожалуйста, смотрим. Здесь перечислены полномочия, ответственность, характер умений, характер знаний и основные пути достижения уровня квалификации, то есть требования. Здесь предлагаются образовательные программы среднего профессионального образования. Мы и программы подготовки специалистов среднего звена программы подготовки. Мы из этого делаем вывод, вот также дополнительно профессиональный, да, программа «Опыт», что для ведения кадрового дела производства достаточно среднего профессионального образования. Ну и, естественно, дополнительно профессионального в этой области. Шестой уровень. Также перечислены полномочия и ответственность, характер умений, характер знаний и основные достижения. Вот для шестого уровня уже требуется уровень общего, извините, высшего профессионального образования бакалавриата. А шестой уровень у нас где, помните? Вот. Шестой уровень – это подбор персонала, оценка, развитие, организация труда, оплаты и деятельность по организации социальной политики, корпоративной политики. Седьмой уровень – полномочия, характер умений, характер знаний, основные пути, высшее образование, уже магистратура или специалист, плюс дополнительные профессиональные программы и практический опыт. То есть, если вы хотите стать директором по персоналу или HR-партнером, бизнес-партнером, то вам для операционного управления персоналом, да, и подразделением организации, начальником, руководителем службы персонала или отдела персонала требуется уже высший, самый высокий в данном стандарте уровень квалификации, седьмой.
Поскольку также требуется еще дополнительное образование, я напоминаю, что это дополнительное образование вы можете получить в различных учебных центрах, в том числе и у нас. То есть все курсы здесь перечислены, они соответствуют стандартам, и они, пройдя их, вы уже можете претендовать на, с нашим документом, претендовать на то, что у вас есть дополнительное профессиональное образование. Если вопросы есть, вы можете по ходу задавать их. Вопрос пятый. С чего начать формирование HR-службы? Нужно определить деятельность. Вот для чего нужна HR-служба в организации? Она нужна для того, чтобы управлять трудовыми отношениями и документально оформлять эти отношения для достижения целей компании. В каждой организации своя цель, нужно понять цель и дальше выстраивать свою работу. Отсюда мы видим две группы функций. Одна функция – управление персоналом, все, что относится к подбору, адаптации, оценке, аттестации, развитию, мотивации и так далее. Ага, вот Елена пишет, прочитаю сразу же то, что она написала. Разработчики профстандарта сделали нам 7 уровней, тогда как у бухгалтеров 6. Ну, вы знаете, тут, я думаю, что особо радоваться не надо, потому что у нас не 7 уровней, а только 5, 6 и 7 уровни. И то 7 уровень не у всех, а только у руководителей подразделений, начальников отделов и директоров. А бухгалтеров вы, наверное, имеете в виду все-таки специалистов, да? То есть это те люди, у которых нет подчиненных. Поэтому у наших специалистов тоже 6 уровень. Специалист по персоналу, по управлению персоналом тоже имеет 6 уровень. Так что все нормально. Не будем обижать бухгалтеров. И оформление трудовых отношений. Значит, вторая функция – это все, что касается кадров дела производства, учета кадров и оформления документации. Отсюда у нас вытекают задачи. Но опять же, не до фанатизма, пожалуйста. У нас был случай, когда слушательницу приняли на работу, она прошла наши курсы, естественно, она много чего знала уже, и ей очень хотелось это внедрять, ее приняли на работу в небольшую компанию, компания 150 человек. Она пришла и начала вот все, что она здесь получила, начала внедрять в этой организации. И в результате генеральный ее как-то вызвал и говорит: мне очень нравится, что вы такая инициативная, но у меня такое ощущение, что не все это нужно применять в нашей организации, у нас нет такой необходимости. Поэтому давайте посмотрим на таблицу, на матрицу. Какие задачи решает HR-служба в компании с разным масштабом? Вот такая матрица у нас. Малая компания, мы будем считать компанию до 100 человек. Средняя компания, ну, скажем, до 500 человек. И крупная компания. Понятно, что вот задачи перечислены. Понятно, что в крупной компании все эти задачи применимы и могут решаться. В средней компании трудовые отношения, отношения с профсоюзом под вопросом. Почему? Потому что в таких компаниях, как правило, нет профсоюзных организаций. Они создаются в крупных организациях, в отраслевых организациях, например, РЖД. Вот там есть свой профсоюз. Оценка потребностей в обучении. Тоже еще рановато в средней компании это делать. Потому что, как правило, в средней компании до 500 человек на обучение отправляют по мере необходимости. То есть вот такую оценку анализ не проводит. И оценка кадрового резерва. Тоже в небольшой компании кадровый резерв он существует, но он такой не очень сформированный, я бы сказала. Ну а что касается малых компаний до 100 человек, то там ведется только кадровый документ оборота с перечисленного и внешний подбор персонала. Именно внешний, потому что из внутреннего подбора там практически ничего не можем сделать. Это продолжение. Как мы видим, в продолжении также в крупной компании представлены все задачи. В средней компании отсутствует оценка должностей. Мы пока еще не готовы к этому. Организационной структурой мы тоже особо не занимаемся, потому что структура у нас достаточно такая примитивная к этому времени еще. Развитие персонала тоже под вопросом. Ну, а для малой компании достаточно обучения персонала и охрана труда, техника безопасности. Обратите внимание, это в любой компании должно быть, потому что требуется законодательство. По структуре. Как может выглядеть HR-служба? Я вам покажу пример одной организации, достаточно крупной, где есть директор по персоналу, он, собственно говоря, и руководит этой службой. И у него в подчинении несколько отделов.
Отдел кадров, который занимается ведением базы данных, кадровым делопроизводством и учетом рабочего времени. Следующий отдел, как вы думаете, какой? Конечно. Отдел подбора персонала. Планирует численность персонала, ищет и привлекает кандидатов и проводит первичную оценку кандидатов. Есть отдел обучения и развития, который планирует организацию обучения, проводит оценку и работает с кадровым резервом. Также существует отдел оплаты и стимулирования, обратите внимание, подчиняется директору по персоналу. Там ведут штатное расписание, разрабатывают и внедряют систему оплаты труда, льготы и компенсации. Ну и отдел коммуникаций. Занимается внутренними связями, обеспечивает информационно-справочное обеспечение именно персонала и организует корпоративные мероприятия. Очень часто в организациях отдел оплаты и стимулирования и отдел коммуникации вынесен из-под управления директора по персоналу и не находится в HR-службе, а передан другим службам. Например, отдел оплаты и стимулирования в какой службе может находиться? В бухгалтерии или финансовой службе? И вот тут начинаются проблемы, потому что цель финансовой службы – это оптимизация, сокращение расходов, ну, в том числе одна из целей. И они начинают оптимизировать, независимо от того, насколько потом это скажется на работе персонала. Отдел коммуникации. Если мы выносим отдел коммуникации, в какое подразделение можно вынести? Пиар, в рекламу, да, совершенно верно. Но там тоже могут быть проблемы, потому что отдел рекламы работает на внешнюю рекламу в основном. У них тоже есть своя цель – привлечь как можно больше денег, правильно, от рекламы, чтобы отдача была. И, конечно, на внутреннюю рекламу там тоже обращать внимание не будет, потому что не такой экономический эффект. То есть он отодвинут во времени, и не всегда понятно, что делается. Роль HR-службы. Роль поддерживающая. Когда на начальной стадии необходимо обеспечивать ведение кадров делопроизводства в соответствии с трудовым законодательством. Сервисная или обслуживающая, когда мы выясняем потребность, что требуется для управления персоналом, и работаем с внутренним заказчиком. Для HR внутренние заказчики – это руководители структурных подразделений и, конечно, высшее руководство, топ-менеджмент. И, наконец, партнерская, когда HR работает ради достижения целей всей компании. Тут мы вспоминаем, мы не HR, который не знает, чем занимается бизнес, мы бизнесмены, которые знают, чем занимается HR. И, конечно, самая выгодная роль – это партнерская, потому что здесь идет и оценка соответствующая, и оплата в том числе. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Сейчас появится перед вами оргструктура компании, организационная структура компании. Три варианта. Вы посмотрите и скажите, как вы считаете, какое место HR-службы, ну, я здесь написала HR-службы, на самом деле это может быть просто менеджер по персоналу или там, целая служба, это не имеет значения, просто HR, да? Какое место самое эффективное для работы компании? Первый вариант. Второй вариант и третий вариант. Итак, ваше мнение. Всем понятно, да, что здесь изображено? Или интеркомитет? Третий написала Светлана, и ваши тетки, Светлана, тоже у нас в аудитории говорят третий. И Дарья говорит третий, и Елена Черноукова тоже пишет третий. Всем нравится почему третий. А почему? Можете объяснить? Потому что HR подчиняется генеральному директору. А какие плюсы от этого? Прямое подчинение гендиректору, Светлана, то же самое говорит. Так, все правильно. А в чем плюсы-то? Ну да, генеральному директору и... Плюс, что ты в дальнейшей ситуации можешь построить службу под запросы. Вот Любовь отвечает, что решение вопросов напрямую. Абсолютно верно. Смотрите, что получается.
Когда HR подчиняется непосредственно генеральному директору, он получает информацию от генерального директора, да, напрямую, без посредников, нет никакого испорченного телефона, нет никаких вот этих интересов других людей, да, которые искажают информацию. И тоже, точно так же он отчитывается перед генеральным директором и обсуждает какие-то вопросы. Это действительно так. Это самая лучшая роль места в службе. Посмотрим еще раз ту же самую оргструктуру, только немного иначе посмотрим на нее. Служба управления персоналом, отдел кадров. В каждом из этих отделов работают специалисты. Кто работает в отделе кадров? В отделе кадров есть руководитель, начальник отдела, который руководит отделом и отвечает за все, что там происходит. Специалист по кадрам, инспектор по кадрам. Вот так называются должности в квалификационных справочниках. Квалификационные справочники никто не отменял, потому что они действуют, мы на них тоже можем ссылаться. И еще обратите, пожалуйста, внимание, есть должность инженер по охране труда и технике безопасности или специалист по охране труда и технике безопасности. Вот я расположила его именно здесь. На самом деле это грубая ошибка, потому что инженер по охране труда и технике безопасности должен подчиняться непосредственно руководителю организации, а не быть в кадровой службе. Потому что в противном случае получится та же ситуация, что и на предыдущем слайде, да, предыдущий кейс с HR. Отдел подбора. Здесь у нас руководитель отдела, менеджер по подбору персонала, рекрутер и ресерчер. Кто-нибудь знает разницу между функционалом рекрутера и ресерчера? Ни той, ни другой должности нет в квалификационных справочниках. Эти понятия пришли из западного менеджмента. Кто-нибудь знает? Вот Светлана наверняка знает. Расскажите. Ресерчер – это позиция самостоятельного начальника, как бы ассистент рекрутера. Mm-hmm. Он занимается основными функциями, как бы обзвон, предоставка, приглашение на собеседование. А рекрутер – это более расширенная позиция, которая Да, абсолютно верно. Ресерчер – это более низкая позиция, это стартовая позиция, как правило. И еще по-другому называют, ну, по функционалу уж точно, это помощник или ассистент рекрутера. Он исследует рынок труда, собирает какую-то информацию нужную, может быть, обзванивает кандидатов, а рекрутер уже непосредственно проводит собеседование. Менеджер по подбору персонала и рекрутер практически имеют одинаковые функции, просто разное название. Отдел обучения и развития. Руководитель отдела, TMD-менеджер, менеджер по обучению и развитию, тренинг-менеджер и бизнес-тренер. А в чем разница между тренинг-менеджером и бизнес-тренером, кто знает? Ну, есть предположение. Бизнес-тренер может, так скажем, приглашаться к компании извне. Верно, бизнес-тренер может быть внешним или у себя в штате, а тренинг-менеджер? Он в основном в штате компании проводит внутренние тренинги. Да, тренинг-менеджеры проводят, как правило, внутренние тренинги. И еще функционал тренинг-менеджера входит не только проведение тренингов, но и уточнение потребностей в обучении, да, и, да, может быть, оценка, и организация самого процесса обучения. А следующий отдел у нас оплата труда и стимулирования. Там тоже разные должности, руководитель отдела, менеджер по компенсациям и льготам, и в квалификационном справочнике есть должность экономист по труду. Чем они занимаются? Менеджер по компенсациям и льготам рассчитывает компенсации и льготы, если это KPI, то функции. Рассчитывает компенсации и льготы, ключевой показатель эффективности, верно, разрабатывают мотивационные схемы различные и нормирование труда. Тоже относится к ним. И, наконец, отдел внутренних коммуникаций, руководитель отдела, PR-менеджер, менеджер по внутренним коммуникациям, ивент-менеджер. PR-менеджер – это кто такой, чем он занимается здесь? Разработка внешних внутренних PR-компаний. Ну, внутренних. В данном случае мы говорим о управлении персоналом, поэтому это внутренние коммуникации. Угу. А менеджер по внутренним коммуникациям очень похож, да, функционал, просто название разное. А ивент-менеджер? Ивент. События?
организует корпоративные мероприятия, да, для персонала. Теперь о нормировании, нормативе и количестве сотрудников службы персонала. В среднем это усредненные данные. Один сотрудник службы персонала на 100 человек. Помните, мы говорили, как только 100 человек в организации есть, нужно уже принимать на работу первого менеджера по персоналу. Инспектор отдела кадров, который занимается только оформлением трудовых отношений, он может оформить документы на 300-400 человек. Там плюс-минус, это очень усредненно. Тут есть определенные условия еще. И один рекрутер может закрывать 10-15 вакансий, но это невысокие вакансии. Как правило, это линейный персонал, массовый персонал. В случае, если это редкие вакансии, 1, 2, 3 вакансии в месяц. Если же это совсем массовый подбор, есть база данных, и есть необходимость закрыть большое количество, тогда это будет, эти данные будут выше. 20, иногда больше вакансий в месяц. Уровень управленческих компетенций HR-менеджера. Помните, мы с вами говорили о том, что в стандартах у нас уже прописаны 3 уровня квалификации. 5, 6 и 7. Ну вот я выделила 4, давайте посмотрим. Это операционный уровень, процедурный уровень, политический или тактический уровень и организационное развитие или стратегический уровень. Здесь перечислены основные направления деятельности HR-менеджера: подбор, оценка, обучение, развитие и мотивация. И дальше мы смотрим, на каком уровне, что, какие функции выполняет данный конкретный специалист. Ну, например, если мы берем подбор, на операционном уровне это самый низкий уровень. Это первичный отбор кандидатов, анализ резюме и, может быть, проведение собеседования. Вот тут как раз и находится ресерчер, как правило. Рекрутер, менеджер по подбору персонала, имеет уже более высокий уровень развития. Он планирует мероприятия по привлечению кандидатов, формирует подход к набору на основе модели компетенции, если они разработаны, конечно, и систематизирует, стандартизирует систему инструментов оценки, то есть какими методами будем оценивать, первичную оценку проводить. Более высокий уровень – это управление численностью, планирование мероприятий по привлечению и удержанию персонала, обеспечение человеческих ресурсов для долгосрочных планов. Кто уже этим занимается? Понятно, что не специалист, а либо ведущий специалист, либо начальник подразделения, руководитель подразделения. И, наконец, самый высокий организационный или стратегический уровень идет управление организационной структурой и формирование корпоративной культуры. Кто на этом уровне находится? Кто этим занимается? Директор по персоналу, а может быть даже собственник организации или руководитель организации, если это небольшая организация. Ну и, как видите, вот по каждому уровню вот так вот есть свои функции. Следующий вопрос. Каковы конструктивные роли HR? По функционалу мы с вами определились, по знаниям тоже. Опрос роли. Может быть такая ситуация, когда работник все знает, очень квалифицированный, ну просто супер, но почему-то вот он неэффективен. А неэффективен только потому, что он неправильную роль играет. Давайте разберемся. Конструктивные и неконструктивные роли HR-менеджера. К конструктивным ролям относится кадровый стратег, который разрабатывает кадровую стратегию, кадровый технолог, который владеет кадровыми технологиями, например, подбора или оценки персонала, кадровый консультант, который может проконсультировать не только работников, но и высшее руководство, и кадровый инноватор, который интересуется тем, что происходит сейчас на рынке, и может использовать новые какие-то приемы и методы. Неконструктивные роли. Вот обратите внимание, вот они как раз у нас в кавычках и взяты. Священник. Когда... Чем называется священник? Выслушивает всех работников, которые приходят к нему. Мать родная. Сочувствует и... или жилетка, да, и вытирает слезы. Профсоюзный лидер, который отстаивает интересы работников перед руководителями. И полицейский, который напротив ходит и требует исполнения функционала, то есть контролирующую функцию такой ведет. Как вы думаете, почему эти роли названы неконструктивными?
Если специалист с высокой квалификацией и опытом работы выполняет одну из этих ролей, он будет неконструктивен, неэффективен. Почему? Какая тут причина? Причина в том, что у меня конструктивная роль для HR, но HR должен защищать право организации в большей степени. Вот Светлана считает, что HR должен защищать права организации в большей степени. А что думают наши вебинаристы, ну и другие очные слушатели? Не способствует достижению цели компании, пишет Светлана. Угу, согласна с вами. Согласна. И тут вы абсолютно правы. Если знающий HR будет оппозиции руководителям, то в этом случае ничего хорошего не получится. Это война между работниками и руководителями. И мы возвращаемся к вопросу executive.ru. Оцените вашего HR, в чьей стороне находится HR. Собственники и руководители считают, что он защищает интересы руководства. 62%. 33% ищет компромисс между двумя группами, и только 5% считают, что защищает интересы работников. Поэтому HR принимают действительно для того, чтобы достигать цели компании, а не отстаивать интересы работника. Но в рамках законодательства. Потому что если работнику будет плохо, то потом будет плохо и работодателю. Я имею в виду, если работник обратится за восстановлением своих прав в государственной инспекции туда или в суд. Поэтому здесь, конечно, надо это учитывать, безусловно. Следующий вопрос. Как измерить эффективность HR? Какие оценки эффективности вы знаете? Давайте сначала начнем с вас, а потом я уже покажу сами оценки. Обычно отрабатывается система KPI, если это может быть по одному персоналу, то эффективные закрытия вакансий. Хорошо. Вот Светлана говорит о том, что разрабатывается KPI, ключевые показатели эффективности. Светлана, вебинаристка, вам вторит и пишет, что текучесть персонала, текучесть кадров, как один из ключевых показателей, да? Закрытие вакансий, вот еще. Качество и количество закрытия вакансий. Текучесть, лояльность кадров, пишет Елена. Лояльность кадров тоже можно, да, оценить, согласна с вами. Какие-то еще есть варианты? Нет. Ну, вы видите, этого недостаточно, потому что есть и другие методы. Давайте посмотрим, какие. Первый метод – это экспертная оценка. Вот то, что вы назвали ключевой показатель эффективности, это все здорово, это хорошо, это правильно, и нужно их устанавливать. Но вместе с тем, ключевые показатели, они не всегда зависят от самого менеджера персонала. Вот сейчас мы говорим о текучести персонала. Согласитесь, что если наши руководители имеют полномочия увольнять работников без согласования со службой персонала, а HR должен отвечать как бы за это, да, и его оценка будет завязана на то, какие полномочия он не имеет, это будет не очень объективно. Что такое экспертная оценка? Есть люди, которые могут оценить нашу работу извне. Это кто? Кто может нас оценить? Никто. Правильно, кроме нас никто не может оценить. Но, наверное, у нас есть какие-то заказчики. Есть у нас заказчики? Внутренние и внешние. Да, кто это? Не расслышала. Руководитель подразделения. В первую очередь они. Гендир, пишет Светлана. Да, генеральный директор, руководитель организации тоже может оценить нашу работу. Сами работники могут оценить? Могут. Таким образом у нас получается практически оценка 360 градусов. Вот она очень хорошо работает. Например, можно каждый месяц, ну или с какой-то периодичностью, запрашивать у тех самых категорий, да, категорий, которые мы перечислили, их мнение. Допустим, оцените по пятибалльной шкале работу HR-службы. И каждый балл прописываем поведенческих индикаторов. Они оценивают, и тогда нам очень легко сравнивать с тем, что было в прошлом периоде. Нам легко понимать, что сейчас, какая динамика идет, кто нами доволен, кто нами недоволен. И самое главное, просите экспертов, чтобы они писали комментарии. Потому что если будут комментарии, нам легче будет исправить те недочеты, которые мы делаем. Это экспертная оценка.
Есть еще такое понятие, как бенчмаркинг. Бенчмаркинг – это процедура измерения и сравнения показателей работы своей компании с другими. Бенчмаркинг можно проводить по работным сайтам, например. Если мы хотим узнать средний уровень заработной платы, то это вот досягаемо. Есть еще формула «возврат на инвестиции в персонал». Вот такая формула, так называемая формула ROI, доход минус затраты, разделить на затраты умножить на 100%. Видели эту формулу? Да? Знакомы с ней? Так вот, PricewaterhouseCoopers подсчитал, что в среднем возврат на инвестиции в персонал составляет в России 2,3. Поэтому, если вы посчитаете возврат на инвестиции по своей компании, вы можете сравнить со средними показателями. И, наконец, показатели эффективности HR-функции. Это вот то, как раз, с чего мы начали с вами. Например, подбор персонала. Да, по подбору персонала у нас есть следующие показатели, ключевые показатели эффективности. Время закрытия вакансий, качество закрытия вакансий, количество закрытия вакансий и так далее. Вот основные методы оценки эффективности HR-службы. Мы переходим к следующему вопросу. Как стать настоящим HR-ом? На этот раз я уже хочу привести вам опрос другого портала superjob.ru. Они задали вопрос, как вы думаете, какими чертами, на ваш взгляд, должен обладать идеальный менеджер по персоналу? Как вы думаете, каким? Причем опросили самих менеджеров по персоналу, работников обычных людей и руководителей организации и собственников. Как вы думаете, какими чертами должен обладать идеальный менеджер по персоналу? Он должен быть профессионален, еще коммуникабельность, стрессоустойчивость, все. Проницательность, пишет Любовь. То есть развитая интуиция, насколько я понимаю, да? Давайте посмотрим результаты этого опроса. Итак, действительно, HR-менеджеры считают, что они должны быть коммуникабельными. На первое место 32% вышло именно это. Руководители компании считают, что они должны быть, то есть мы должны быть умными, интеллект у нас должен быть высоким. А обычные люди ожидают от нас доброжелательности и вежливости. Больше ничего не надо. Это продолжение. На последнем месте что у нас оказалось? У менеджера по персоналу оказался опыт и объективность. То есть нам надо быть интуитами, а объективными нам не обязательно быть, думаем мы. Руководители также считают, что нам не обязательно быть объективными, слушайте, что мы говорим, и делайте, как мы говорим. А обычные люди считают, что нам не обязательно быть активными и целеустремленными. Видите, мнения расходятся. И роль HR-менеджера в большинстве компаний декоративная. HR – это исполнители, зажатые в тисках нелюбви. Верхи недовольны безинициативностью, а низы – кадровой политикой. Знакомо? Очень часто такое бывает. Вот чтобы не оказаться на месте этого котенка, конечно, нужно быть профессионалом. Тут я полностью с вами согласна. Нужно понимать свою роль в компании. Надо обладать такими качествами личностными, как уверенность в себе, умение доказывать свою правоту и проводить свою политику. И тогда действительно вы будете профессиональны. Давайте посмотрим, какие наиболее характерные ошибки в работе HR-службы допускают. Защита прав сотрудников со стороны службы персонала, оппозицию руководства компании. Как это называется роль? Роль какая? Правильно, профсоюзный лидер, да? Мы не должны быть профсоюзным лидером, да, вот Елена нам тоже помогает, профсоюзный лидер, потому что если у вас есть профсоюз, здорово, если нет, то работники сами выберут себе представителей работников, которые будут защищать их права. Отсутствие плана работы у службы безопасности, простите, пожалуйста, у службы персонала, конечно, деятельность спонтанная, направленная на ликвидацию постоянно возникающих кризисных точек. Когда мы завалены
заявками на подбор персонала, у нас много вакансий, и нам все равно поступают эти заявки, и мы уже не можем никак выбраться из этого, и получается какая-то вот такая лавина. Так вот, в этом случае должен быть, конечно, разработан определенный план закрытия вакансий, если мы говорим о подборе, допустим, да, и четко понимать, какие вакансии будут закрываться раньше, и приоритетность. Низкая собственная корпоративная культура по срокам и качеству исполнения кадровых решений. В случае, если мы не соблюдаем сроки, то требовать от всех остальных мы тоже не можем. И, наконец, увлечение процессом. Особенно это относится к таким работникам, у которых метапрограмма нацелена на процесс. Вот их очень хорошо видно, особенно рекрутеров, когда им говорят, вы плохо закрываете вакансию. Кто? Я плохо закрываю вакансии? Смотрите, я просмотрел столько-то сайтов, я изучил столько-то резюме, я обзвонил столько-то кандидатов, я провел столько-то собеседований. А ему говорят, и что, ты закрыл вакансию? То есть с ним говорят на языке результата, а он на языке процесса. И попытка службы персонала переделать сотрудника как личность. Особенно этим грешат наши рекрутеры, которые побыстрее хотят закрыть вакансию хоть как-нибудь. Ну ладно, ну подумаешь, он там, вот у него такой недостаток. Ну мы уж как-нибудь, да, перевоспитаем. Люди взрослые к нам приходят, поэтому перевоспитывать уже это не наша задача. Да и сложно перевоспитать человека. И основной момент, на который мы должны обращать внимание, это, конечно, на него как личность. Пишется он в корпоративную культуру или не пишется? Мотивирован он на работу или не мотивирован? Дальше уже смотрим квалификацию и так далее. HR – это особые люди. У них особый склад ума, отношение к жизни. Ну, впрочем, так же, как и другие. Если мы говорим бухгалтера, то у бухгалтеров тоже есть особенности, у службы безопасности также есть особенности. Так вот, для того, чтобы быть эффективным HR, необходимо быть профессионалом, хорошо знать бизнес, в котором вы работаете, уметь убеждать, выполнять несколько ролей, но обязательно конструктивный и постоянно совершенствоваться. Итак, вопросы, которые мы с вами обсудили. Кто такие HR? Что думают о своих HR-ах собственники, руководители организации? Когда появляется потребность в HR? Что должен знать и уметь HR? С чего начинать формирование HR-службы? Каковы конструктивные роли HR? Как измерить эффективность HR? Как стать настоящим HR? Вот эти вопросы мы рассмотрели. Какие у вас возникли вопросы? Я готова ответить на ваши вопросы сейчас, но сначала давайте проверим наши знания. Итак, вопрос первый. Сейчас на экране появятся вопросы и варианты ответа. Вы подумайте и скажите, какой правильный. Что означает HR? Человеческие ресурсы, финансовые ресурсы и информационные ресурсы? Все согласны? Да, Елена ответила первый, правильно. Светлана, молодец, тоже первый. Настя, первый. В общем, все согласны, что это человеческие ресурсы. Отлично. Вопрос второй. Какие функции относятся к HR-службе? Ведение учетной политики, управление персоналом, оформление трудовых отношений. Оформление трудовых отношений. Второй, Дарья считает, что второе и третье. Елена также считает, Светлана также считает. Киваем? Да, наши очные слушатели также считают. А вот Елена выделила пока только второй. Но я имела в виду, когда я говорила о кадровой службе, я, конечно, имела в виду службу персонала в целом. И вот Мария тоже выделила. Видимо, они разделяют управление персоналом и оформление трудовых отношений, то есть отдел кадров. Ну, давайте все-таки объединим. Служба HR-служба должна заниматься и управлением персоналом, и оформлением трудовых отношений. Какие роли HR относятся к конструктивным? Профсоюзный лидер, полицейский, священник, кадровый консультант, кадровый стратег, кадровый новатор. С 4 по 6 пишет Елена. С ней 4, 5, 6 Любовь соглашается. Очные слушатели наши тоже согласны. Настя 4-6.
И Елена 5-6. Четвертый кадровый консультант. Непонятно. Мария 4-6 пишет. Правильно, все. Я не очень поняла, почему кадровый консультант не входит сюда. Мария, если можно, объясните, пожалуйста. Не очень понятно. Так, 4-6 Мария пишет. Угу, хорошо. Да, действительно, кадровый консультант – это тоже наш функционал. Это наша роль консультирования. С помощью каких методик можно измерить эффективность работы HR? Экспертная оценка, метод бенчмаркинга, возврат на инвестиции в персонал, показатель эффективности HR-функции. Какой правильный ответ? Елена пишет, что все ответы правильные. Согласны ли с ней окружающие? Настя выбрала только второй и третий, то есть метод бенчмаркинга и возврат на инвестиции. Ну, давайте еще раз вспомним, что экспертная оценка – это оценка, очень напоминающая оценку 360 градусов, круговую оценку, когда нас могут оценивать окружающие люди, которые так или иначе сталкиваются с нашей работой. Поэтому эта оценка тоже сюда входит. Показатели эффективности HR-функций – да, если мы обучаем работников, значит, мы должны увидеть эффективность обучения. Если мы разрабатываем корпоративную культуру, нам нужно понимать, насколько эффективно действует та корпоративная культура, которую мы разработали. Если у нас сформирована система мотивации, мы должны видеть, насколько эффективна эта система мотивации. Это все показатели нашей эффективности по направлениям, то есть по HR-функциям. Поэтому правильный ответ – все. И, наконец, пятый вопрос. Как стать успешным HR-ом? Быть профессионалом. Знать бизнес, уметь убеждать, выполнять несколько конструктивных ролей, постоянно совершенствоваться. Все пишут наши вебинаристы. Большое спасибо, вы абсолютно правы. Все это нужно учесть и, конечно же, использовать. Я напоминаю, что подробнее об этом и другие вопросы мы можем с вами обсудить на наших курсах. Это курсы по управлению персоналом и курсы по оформлению трудовыми отношениями. Напоминаю, что стандарты уже вступили в силу, и работодатели будут обращать внимание на уровень вашей подготовки. Приходите, мы вам поможем. Напоминаю, что документы вы можете получить свидетельство на английском языке, сертификат, удостоверение повышения квалификации и диплом о переквалификации. Ну а теперь я готова ответить на ваши вопросы, которые у вас возникли или возникли уже. Спасибо, что вы были с нами. Ваши вопросы вы можете отправить по адресу, который написан у нас сейчас на экране. Всем большое спасибо. Мы с вами.